Сергей Ковалев. Я очень рад нашей встрече. Сегодня у меня для вас есть интересная информация. Вы знаете, часто мои ученики и друзья спрашивают меня: объясни, что такое бэнд, что это такое? Итак, в сегодняшнем уроке мы поговорим с вами о том, что такое бэнд, поскольку это один из важнейших базовых приемов в игре блюза. Итак, бэнд — это не темперированная глиссанда. Для начала нам нужно понять, что значит темперированная или не темперированная. Темперация — это европейский музыкальный строй, являющий собой октаву, поделенную на 12 равных частей, полутонов. То есть мы с вами можем рассматривать хроматическую гамму до, до диез, ре, ре диез, ми, фа диез и так далее, как глиссанда. В нашем случае градация отсутствует. Бэнд осуществляется путем изменения угла атаки. Таким образом, мы получаем понижение основного звука на полтона и более того, вплоть до полутора тона. Что и дает нам это самое блюзовое ощущение, блюзовую ноту, blue note. Итак, сейчас у меня в руках гармоника одной известной германской фирмы. Это традиционный блюзовый инструмент. 10 отверстий, 10 дырочек на вдох и 10 на выдох. Вы его видите. И этот инструмент сам нам поможет хорошо исполнить бэнд. Для этого нам нужно знать две важные вещи. Во-первых, где у нас находятся бэндовые ноты. И второе, собственно, как их исполнять. Итак, бэндовые ноты у нас находятся с первой по шестую вдох. И с седьмой по десятую выдох. Поехали. Первое отверстие, первый вдох. Смотрите, как я это делаю с гармошкой и как я это делаю без гармошки, с гармошкой. Расслабляем губы. Ни в коем случае не пользуйтесь языком и руками при исполнении бэнда, иначе у вас ничего не получится. Итак, с гармошкой. Без гармошки это выглядит так. Звук получается Wii-U. Идем дальше. Вторая вдох. Это вкусно, как крепкий кофе. Вторая вдох, мы получаем тоновый бэнд. Помним, меняем угол атаки. Губы расслабляем. Три вдох. Замечательно. Идем дальше. Четыре вдох. Красиво. Пятый вдох. Но это не очень интересно. И дальше шестая вдох. С нее бы я и рекомендовал начинать, поскольку это один из самых эффективных бэндов. Итак, шестая вдох. Вкусно. Идем дальше. Бэнды на выдохе. Седьмая вдох. Седьмая выдох. Восьмая выдох. Девятая выдох. И десятая выдох. Обратите внимание, я могу комбинировать две исполнительские техники. Это вау, которая делается за счет манипуляции правой рукой. И бэнд. Мы получаем вот такой звук. На сегодня все. Что я хотел бы сказать напоследок. Если вы научитесь это делать правильно, у вас получится настоящий фирменный блюз. Бэнд — это очень важный прием,
без которого блюз невозможен. На этом все. Спасибо. Желаю удачи. До свидания.